еще весь сезон к этому шли. Очень рады, что смогли выиграть. Эмоции переполняют уже. Ну так, такой тяжелый сезон получился. Очень рады, что выиграли. Что творилось в душе во время овертайма, перед овертаймом? Да ничего, просто настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка, любой момент, любая борьба может стать последней. Поэтому играли, старались. Меньшинство здорово отыграли. Сорокин пару сейвов сделал и в конце забили. Сорокин. Начало было слабенькое. Почему так? Ну, так получается, мы не можем. Так получилось, что, думаю, уже не важно, главное, что выиграли. Никто не вспомнит, как мы. Сорокин лучший вратарь мира на такой игре. Да, конечно. Сорокин молодец, здорово сыграл. Ну, без вопросов. Эмоций нет пока что. Расскажите вообще про сегодняшний матч. Получилось достаточно сложное начало, и авангард забил. Терпели и выиграли свой кубок. Так что авангард хорошая команда, они бились до последнего. Где-то нам улыбнулась удача. Вот такой игре Сорокин лучший вратарь мира. Да. Привет, Татьяна. 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 Привет, Татья